Победоносное возвращение. Капитана женской юниорской сборной Казахстана по хоккею Софию Зубкову встретили в родном городе. Девушка стала лучшей нападающей прошедшего чемпионата мира, забив 13 из 36 финальных шайб в ворота противника. С юной спортсменкой встретилась и наша съемочная группа. Софии Зубковой 15 лет. Она единственная в истории области хоккеистка, которая вошла в сборную страны. Раньше участвовали только парни. На чемпионате мира ее команда опередила соперников из 5 стран. Слова благодарности растрогали саму девушку, и она не смогла сдержать слез. Для финала это слишком разгромный счет. Я думала, будет поменьше и поинтересней, но ничего страшного. В принципе, мы все равно все радовались. Тренер у меня очень хороший человек, Сергей Фигуритович. Я очень благодарна вам за то, какой труд вы в меня вложили. Хочу выразить огромную благодарность своей маме. Она очень много в меня вложила. Хоккей в жизни девушки появился, когда она была еще первоклашкой. Такому увлечению родители Софии были удивлены, но поддержали стремление дочери. А спустя 8 лет она стала чемпионом мира. Это огромная победа не только для нашего города, моей дочери. Это огромная победа и большой прорыв для всего Казахстана. Это большой шаг в мир женского хоккея. Конечно, огромное спасибо болельщикам, всем казахстанцам, которые болели за нас, нашим родным, близким. Алға, Казахстан, с победой! Женская сборная Казахстана до 18 лет выиграла мировой турнир во втором дивизионе группы «Б». Со следующего года команда будет выступать в группе «А». Наталья Волкова, Дмитрий Ройс, Айзада Оразхан, Нурлан Бакыт, Лутауская область, Жибек Жолы.